На сегодняшний день на территории Камчатского края официально зарегистрировано 515 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост за день составил 20 человек, достаточно стабильный, но при этом, к сожалению, не снижается. Мы находимся на уровне прироста 4% в сутки. К сожалению, у нас растет количество летальных исходов. Третий пациент за все время наблюдения сегодня скончался. Было старше 60 лет и отягощено течение коронавирусного заболевания было заболеваниями, связанными с сосудами, тромбоцитом. Также увеличивается количество пациентов, которые находятся в тяжелом положении. Два человека в крайне тяжелом на сегодня находятся, 65-57 лет. Врачи сейчас борются за их жизнь, но состояние здоровья достаточно сложное. А в общей сложности 7 человек находятся в тяжелом положении, в том числе 5 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Мы особое внимание продолжаем уделять обеспеченности масками жителей Камчатского края. Сегодня на оперативном штабе было принято решение о том, что дополнительно будет регулярно осуществляться закупки, которые обеспечивают наличие масок и в торговой сети, и у категорий, которым маски раздаются, в том числе врачи, в том числе люди пожилого возраста и специализированные работники специализированных служб. Напомню, что в эти выходные мы начали раздавать маски в общественном транспорте, на дачных маршрутах, которые начали работать, и в Петропавловске-Камчатском. В общей сложности мы выделили 5000 масок, 2500 раздали за прошлые выходные. Будем наращивать эту практику, потому что нам очень важно, чтобы в общественном транспорте, в торговой сети все посетители без исключения носили маски и носили одноразовые перчатки. И перчатки, маски, их распределение будем наращивать, необходимые решения для этого приняты. Будьте здоровы и берегите себя.